Привет всем, Blender 2.80 или 2.8. Погнали дальше разбираться, как сделать здесь UV-развертку, как это вообще, что она из себя представляет. Закрываем вот это окошко, левая кнопка мыши, щелчок на рабочем окне. И вот есть здесь быстрая развертка UV Edition. Вот вы видите, что примитив раскидала, развернула. Следом заходим, если можно поработать в шейдинг. Ждем, что сейчас все это дело покажет. И будем рассматривать все дело дальше. Вот такое окно открылось. Следом здесь у нас находится UV Edition, Editor. Здесь у нас находится именно так, Shader Editor. Вот этот. И здесь вот находится именно рабочая вот это вот наш примитив Object Mode. Находим, жмем Edit Mode. Выделяются все грани. Появляется у нас вот развертка. Развертку можно добавить сюда рисунок какой-нибудь, ну, текстурку. Находим 3D Red. И находим Author Kit. Здесь у меня пока одна картинка. Надо, наверное, это все дело подкинуть сюда. И вытягиваем левой кнопкой мыши вот сюда, вот ее, в эту область. Левая кнопка мыши, вот вы можете подвигать, передвигать все это дело и колесиком перекручивать. Shift, зажатое колесико, можете вот подгонять, подтягивать вот так вот это дело. И вот соединяем теперь color с base color. Вот так вот. Левая кнопка мыши опять же. Ждем. Сейчас вот текстурка применилась. И что можно здесь вот как им руководить, да? Нажимаем B английскую, выделяем полностью вот эту развертку. И здесь можно использовать клавиши E, R, G и S. Допустим, S нажимаем. Можем ее вот так вот уменьшить. G, она может передвигать вот по этому полю именно нашу развертку. Вот мы ее можем подгадывать. Вот где-то вот так подгадать. Ну и ротация, и E экстрадирование. Так, все, с этим разобрались. И как теперь сохранить вот эту раскладку, текстуру, примененную вот именно к этому примитиву кубу. Находим вот эти полоски. Здесь опять же верхняя шкала колесика крутите, она передвигается. И находим вот эти вот полосочки. Здесь есть Select, Image, UV. И вот Image жмем и жмем Save. Или Save As. Нажимаем Save As, жмем диск C. И жмем, допустим, вот она сохраняется, Image BMP формат. Это вот меняется вот в этом окошке. Вы можете нажать и выбрать, допустим, JPEG. Вот JPEG Color в RGB и Quality 90% чего-то того. Можно также нажать Save as Render, Copy, копия и так далее. И жмете Save as Image. Все, ваша текстура с разверткой сохранены на диск C. Тот путь, который вы укажете, будет она там. И теперь можно ее применять. Еще хотелось бы сделать акцент на чем. У меня многое не работало при установленной версии 2.8. Я ее устанавливал на уже версия у меня стояла 2.79. И я устанавливал при установленной этой программе Blender 2.79. Может быть поэтому. И устанавливал 32-битную программу. Потом я скачал 64 бита, удалил полностью Blender с ноутбука и установил 64-битную уже по новой. И вот, ну, все вроде работает, претензий пока нет. Ну, будем разбираться. Все, всем пока, до свидания.